Мастер пригласил верного слугу и его спросил: сколько раз ты встречал моих гостей, никогда никого за дверь не провожал, и ты поймешь теперь, что я в тайне держал. В те дни, когда я в настроении, бываю, сидя у огня, черепа перебираю. Преданный слуга улыбнулся тут: я любил всегда свой нелегкий труд. По ночам сижу, за ножом слежу,